Тёщин язык – это острый салат из баклажанов или кабачков. Для салата нам нужно баклажаны, помидоры, яйцо, соль, растительное масло. А для соуса нам нужно сметана, сыр пармезан, чеснок. Режем овощи. Баклажаны и помидоры режем колечками. Баклажаны кладем в глубокую тарелку. Взбиваем яйца. Солим. Перемешиваем. В горячую сковороду добавляем масло. И жарим баклажаны. Пока баклажаны остывают, давайте приготовим соус.
Наш соус готов. Собираем салат. Классическая и давно всеми любимая закуска тещин язык – это вкусная острая закуска, которую можно приготовить непосредственно перед подачей или закатать в банки на зиму. Особенность закуски – это ее острота, за что она и получила свое название – тещин язык. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Желаю всем приятного аппетита и до новых встреч!